должен быть смелым, честным, гибким. Он должен заходить в зал с улыбкой и говорить: «Здравствуйте, нежно». Нежно? Да. Нежно. Хорошо. Дальше. Проводить растяжку каждый день, помогать нам и хорошо тянуть все шпагаты, не делать строгий взгляд. Повышать голос, любить всех, разговаривать добрым голосом. Но после упражнения спрашивать, все живы и это я хотела делать. Ну-ну. Делала перерыв, чтобы попить. После тренировки говорила спасибо за тренировку. Объясняла движение, если кому-то что-то непонятно. Всегда прощала нас. Делать так, чтобы мы понимали ее и любили. Надо быть очень добрым. Добрая, иногда строим. Тренер должен все и всегда знать. Боишься читать? Почему? Ну, раз написала, то читай. Не кричать 100 раз, как собака, не кусать нас. А кто-то кусал тебя? Нет. Вот прям подошел и укусил? Вот это синяки оттуда? Ба-ба-ба. Давай дальше. Что для меня импровизация? Я думаю, импровизация — это когда музыка проникает сквозь меня. Я очень люблю импровизацию. Все, в импровизации нет заранее спланированных движений. В импровизации используется иллюзия. Нужно заставить работать фантазию, чтобы не повторяться. Импровизация и неограниченные возможности. Что для меня современный танец? Современный танец — это разные стили танцев. В современном танце используются различные движения. Прыжки, вращения, акробатические движения. Акробатические трюки в одной постановке современного танца может использоваться много стилей. Любые изученные стили начинаются с базовых движений. Современный танец позволяет передать любые чувства настроения. Супер, молодец.